Ви дивитесь «Таємниці гросмейстера», я Ігор Міщенко, і ми починаємо. Гросмейстер Катерина Ковальчук. Сфера діяльності – бізнес-консалтинг. Титул – засновник спільноти співвласників бізнесу, бізнес-тренер. Мета – збільшення кількості успішних підприємців. Таємниці – знає 25 правил, щоб уникнути розлучення в бізнесі. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. З яким запросом к вам чаще обращаються? Хотим найти и работать с партнером или развестись? Безусловно, с партнером. С партнером, да, я понимаю. Безусловно, разойтись – это более актуально на сегодняшний день с точки зрения боли, да, человека. Когда у него уже есть определенная проблематика, то обращение возникает такое. В чем суть боли? В чем суть боли? В том, что есть определенная несогласованность в личных отношениях, в ведении бизнеса, в зависимости от того, кто партнеры, да, в данной ситуации. Но правильнее, чтобы и хорошо бы, чтобы запросов было больше, по отношению, как правильно подобрать себе партнера, с которым я не буду расходиться, а даже если буду, что в принципе нормально, это будет безболезненно, это не будут там кровавые распилы бизнеса, а просто будет там бизнес разделится на две части, либо продастся, и это будет норма. Как на сегодня, какая практика существует, как чаще всего оформляют отношения или договариваются партнеры? Никак. В бизнесе? Чаще всего никак. Но устная договоренность? Даже и устная договоренность, она такая очень условная. То есть договариваются в основном, если мы говорим про юридическую составляющую, то договариваются в основном в зависимости от формы собственности. Да? На самом деле часто так бывает, когда партнеры вроде как в совместном бизнесе, но не оформляют частного предпринимателя, и тогда юридически есть только один владелец этой компании. Если говорить про договоренность между людьми по отношению к ведению совместного бизнеса, по каким-то очень-очень ограниченным вопросам договариваются в устной. Форме. Какие существуют форматы взаимоотношений? Вы имеете в виду, ради чего партнеры начинают, да, бизнес? Наверное, и, да. Если мы говорим про, как правило бывает, то владельцы начинают, собственники начинают компании и партнерские отношения ради того, чтобы там партнера привлечь как дополнительные инвестиции, может быть, в проект. Кто-то начинает ради того, чтобы привлечь в бизнес дополнительные компетенции, да, то есть не хватает каких-то специализированных знаний, а бизнесу они нужны, какие-то узкие специализированные чаще всего. Либо управленческие компетенции, когда берут партнера, чтобы он управлял компанией, занимался оперативным управлением. Где или какие-то ищут, личные. Где находят? Это чаще всего родственники, знакомые? Когда особенно речь идет о первых компаниях, то да. Чаще всего это какие-то близкие друзья или родственники, потому что партнеры уверены в том, что этот близкий человек, с ним надежнее, с ним увереннее, ему ты больше доверяешь. То есть это на самом деле, ну, как бы иллюзия такая, но так чаще всего происходит. Правдиво ли мнение, что общий бизнес разрушает личные отношения? Такое часто бывает. Когда вот все-таки есть у нас в партнерстве и деловое, и личное, то есть друг некая то какая-то очень близкая дружба или родственные отношения, или супружеские, то, безусловно, вот эту вот грань, ее очень сложно разграничить вот, и разделить наши отношения ровно на две части. Вот здесь мы по деловому формату общаемся и договариваемся, и работаем, а здесь по личному. То есть должен быть какой-то контракт письменный со всеми пунктами, чтобы это работало, или какие-то другие условия? По отношению к деловому формату – да. По отношению к личному, безусловно, нет. Партнеры сразу должны договориться и понимать, ну, не то чтобы даже договориться, а вот понимать глубинно, что как бы у нас ни сложились деловые отношения, личное превыше всего. То есть мы можем потерять там деловые отношения, мы можем потерять бизнес или его там разделить, и все что угодно может с ним произойти, как в плюс, так и в минус. Но для нас наибольшей ценностью является это сохранение личных отношений в первую очередь. Не каждый человек может все-таки соблюсти грани. Безусловно, это очень серьезно зависит от его, от человека, во-первых, насколько он близок и дорог. И в момент начала бизнеса, и в процессе уже как бы работы, да, потому что иногда меняются наши отношения с теми людьми, с которыми мы начинаем, когда-то они, может быть, были более дороги нам, потом как бы ситуация меняется. Есть какой-то главный критерий при выборе партнера? Да, есть. Главный критерий выбора – это отбросить все личные вопросы и не думать о том, что мне этот партнер нужен, потому что он мой близкий человек. То есть личное всегда должно отходить на второй план. Нужно изначально понимать, кто мне нужен в партнеры по деловой позиции, то есть что мне нужно от этого человека, почему мы вдвоем, там, втроем, что нам нужно друг от друга в деловом плане, и почему мы будем дополнять друг друга, и наши 1+1 не будет равняться 2, а будет равняться 3, 4, ну как бы и больше, да, то есть чтобы разрушить правила математики. И только потом нужно понимать, есть ли у нас с этим человеком какие-то личные отношения и выбор, но выбор все равно всегда должен делаться в первично на деловой позиции, что, к сожалению, редко когда бывает, когда мы рассматриваем вопросы именно там семейного или дружеского бизнеса. Помимо деловых качеств, когда ты
ты начинаешь бизнес или ведешь бизнес с человеком, которого ты не очень хорошо знаешь, потом возникают сюрпризы. То есть какая здесь золотая середина должна быть? Сейчас я говорила не столько, что мы не должны знать человека как личность, как его там ценности, принципы, цели жизненные. Они должны у нас совпадать однозначно. Одно дело знать, а другое дело жить в одной квартире. Вот, вот, я именно об этом. То есть если мы говорим про то, что мы должны подходить друг к другу в личном плане, это 100%. Можно ли в контракте или в договоре там, перед началом совместного бизнеса прописать все пункты? Все нюансы, которые могут вылезти в процессе совместной работы? Ну, прописать можно однозначно, но если вы меня спросите, будет ли это потом работать это конечный... при юридическом разделе, как бы, то, безусловно, часть да, часть нет. Это конечный список пунктов, моментов, которые нужно просто понимать, что они могут вылезти. Ну, мы разработали 25 правил как бы партнерства, по которым партнеры должны договориться. 25. Они делятся 25, да. И немного и немало. Они делятся на три раздела. Первый раздел – это личные позиции владельцев. И, безусловно, личные позиции, их нужно проработать, но их крайне сложно прописать. С точки зрения юрк, я имею в виду договоренности. С точки зрения, их прописать можно, чтобы понимать друг друга, но в большей степени их нужно проговаривать, прорабатывать и постоянно держать руку на пульсе по отношению к тому, чтобы... Например, чтобы более конкретно. Это личные цели владельцев, потому что бизнес – это инструмент для достижения целей. И дальше это мотивация по отношению к началу бизнеса. У кого-то может быть из партнеров мотивация там, создать себе бизнес как рабочее место просто, да? А у кого-то создать компанию. Это абсолютно две разных мотивации, абсолютно два разных уровня бизнеса. Вот. Безусловно, здесь сразу подключаются сильные и слабые стороны партнеров. То есть почему мы будем там, дополнять друг друга, а не иметь одинаковые сильные стороны, которые будут... То есть одинаковые сильные стороны или слабые, это не есть хорошо? В принципе, если мы говорим про профессиональные некие знания и навыки, то лучше, когда у партнеров разные сильные стороны. У них должно быть схожие личные позиции, личные ценности, личные принципы, вот убеждения личностные и цели совпадать. А сильные стороны, желательно, чтобы они были разные. Не обязательно, но желательно. Если партнеры уже работают, да, договорились, как договорились, да. Можно ли им задним числом применить, договориться, работать по определенным правилам? Если в их отношениях, я так называю, нет еще точки невозврата, то есть если, ну, вот бывает иногда, когда вот у владельца дошли уже до такой стадии, когда у них кипение. Точка невозврата, да, вот эта точка кипения, она уже 100 градусов. Если ее, дай бог, еще нету, или вообще даже еще пока не намечается, то, безусловно, да. Просто это не будет чистый лист, это будет уже некая предыстория, это будут, нужно будет чем-то жертвовать в хорошем смысле слова, когда-то уступить, потому что все равно забегая, что было там у нас там 5 лет нашей деятельности, где-то будут партнеры начнут понимать, что были допущены ошибки, и это нормально. Они просто должны их увидеть, признать и договориться на той точке, на которой они находятся сейчас. Как возникли эти 25 правил? И работают ли они вообще? Они 100%, нет, они 100% работают, это показывает и как бы наше партнерство с моим партнером по бизнесу, очень близким человеком, моей мамой, поэтому как раз вот эта ситуация личная и деловая, она мне очень хорошо знакома. И у нас огромное количество клиентов на сегодняшний день, которые работают по этим правилам. Безусловно, не каждый готов сразу внедрить все 25. Кто-то начинает там с первых 10, а потом постепенно, понимая важность, добавляет их в свой бизнес-рацион. Чтобы не были голословны, какие-то такие ключевые моменты, которые самые критичные. Мы вот сейчас поговорили немножко про первый раздел, про личную позицию. Он является фундаментом, а второй я это называю must have. Это должно быть обязательно обсуждено, это деловая позиция. То есть это распределение долей, то, что, как правило, происходит. Но важно понимать, почему такое распределение. И не всегда так получается, что так как мы распределили доли изначально, этот вклад, который мы вкладывали в бизнес и в партнерство там на старте, он очень часто корректируется потом в процессе. А доли уже, ну, как бы устоявшиеся, и партнеры не договорились о том, что они могут меняться при каких условиях, и возникает некое недовольство. Это механизм принятия решений, то есть как мы принимаем решения стратегические и операционные. Многие считают, что если у нас там, предположим, 50 на 50, то мы никогда не придем там к соглашению, только если у нас у обоих мнение да-да, а иначе как бы нет. То есть на самом деле механизмы тоже бывают разные. Это и по отношению к тому, кто будет генеральным директором
партнером нашей компании, управляющим. Кстати, что касается принятия решений, совместно или все-таки кто-то должен принимать последнее слово за кем-то? Мы рекомендуем всегда, чтобы какая-то часть решений, она была под 100% консенсусом. То есть, чтобы вне зависимости от того, там, предположим, у меня 40%, у вас 60%, и вроде как вы главный владелец, да, по доле я имею в виду, но какие-то вопросы обязательно должны быть включены в 100% консенсус. Потому что есть определенные правила. Партнеры отвечают как за прибыли, так и за убытки компании, и за действия или бездействие друг друга. Поэтому есть несколько очень таких стратегически важных вопросов. Даже если у меня, например, меньшая доля, чем у вас, то я должна тоже принимать решение. Мое должно быть окончательное «да». Например, там, брать большой кредит, как бы большую кредитную линию или нет. Это наша обоюдная ответственность. И если вы единолично решите своим там, решающим правом голоса, потому что у вас большая доля, что нет, берем кредит, то я всегда потом при неудаче могу сказать, ну подожди, это было твое решение, отвечай за него сам. Как, например, второй вопрос – это стратегия развития. То есть невозможно, чтобы один партнер был не согласен стратегически по той линии, по которой развивается компания. То есть это должно быть обоюдное обязательное решение. Поэтому партнерство – это всегда, с одной стороны, большая возможность, с другой стороны, риск, что нужно согласовывать какую-то часть вопросов. Но она должна быть небольшая. То есть это реально стратегически важные вопросы, которые партнеры выносят в 100% консенсус. Другие вопросы решаются другим механизмом. Слушаю и понимаю, что по каждому пункту как раз можно найти очень много камни преткновений, то есть повод для скандала. По каждому пункту мы можем отдельную передачу на самом деле снимать, чтобы было понятно, что и как. Это, с одной стороны, действительно может стать поводом для как бы скандала, но при обсуждении на самом деле владельцы понимают, как они договариваются, и тогда этих скандалов не бывает, потому что у них есть изначально оговоренный механизм, как они действуют в той или иной ситуации. Для этого вот есть, например, еще третий раздел, который он небольшой, там всего три правила, но это называется раздел ситуаций, которые могут произойти в будущем. Я это называю high level, высший пилотаж бизнеса и партнеров. Далеко не каждый на это решается, чтобы обсуждать эти вопросы, но вот именно умение предусмотреть какие-то вопросы и обговорить – это вот высший пилотаж бизнеса и партнерства. Например, как мы будем расходиться, если мы решим расходиться, как мы будем расходиться, как мы будем продавать бизнес, как мы будем оценивать его стоимость, по какому механизму. Если, не дай бог, мы два партнера, и у кого-то есть вторая половина, если, не дай бог, будет развод в семье, если у нас подрастут дети, и кто-то захочет передать по наследству свой бизнес, как это будет происходить. На самом деле очень много вопросов. Ну, то есть ты подбираешь как бы этого, а потом, да, ты с этим человеком должен уметь договориться. Поэтому это всегда пересечение бизнес-вопросов и неких все-таки умения договариваться, вести переговоры, где-то уступить, где-то предложить какое-то другое решение и найти вот этот компромисс. Если мы оставляем какие-то решения, да, какую-то компетенцию на своего партнера, и вроде как бы этого не касаемся, то все равно должно быть какое-то полное доверие именно вот в этом аспекте, потому что всегда будет свое мнение, приблизительно такое понимание того, что может быть иначе или сделано не до конца так, как я мог бы сделать, да? Как в данном случае можно... Ну, доверие – это однозначно прежде всего. То есть без доверия ничего не бывает, и мы в какой-то степени называем нашу партнерскую договоренность, это такое джентльменское соглашение между владельцами. Первично владельцы должны увидеть список вопросов, которые есть по максимуму, и это не просто эти 25 вопросов, о которых я сейчас говорила, а в каждом есть еще много подвопросов, и выбрать тот список для себя, на который они готовы на сегодняшний день. Ну вот в силу своих... В начальном этапе сложно все предусмотреть, особенно как расходиться и как делить. Все предусмотреть невозможно, но то, что можно, это нужно предусмотреть. У вас с вашей мамой есть договор? Конечно. И я вам скажу больше, когда первый раз она положила его на стол и сказала, давай договариваться, то это для меня был шок. Я не ожидала, что она это сделает, и у меня было определенное сопротивление. Вы тогда еще были в каком статусе? Профессиональном? Тогда она предложила мне начать совместный проект. Я до этого работала в другом проекте и владела частью бизнеса, где у меня не было партнерского соглашения, и я не понимала, что это такое. Самое главное, я не понимала важности его и значимости. Поэтому однозначно, когда близкий человек тебе предлагает обсудить те или иные вопросы, то у тебя возникает такое
такое сопротивление серии «ты мне что, не доверяешь?», сегодня я уже понимаю, что это смешно, и я объясняю, почему это вопрос не доверяешь, а вопрос «это нужно для того, чтобы мы долго работали вместе». Мы на сегодняшний день с ней уже около 9 лет вместе этот проект ведем, и я с гордостью утверждаю, что наши и личные отношения, и деловые с каждым годом становятся все лучше и лучше. Корректировали свои пункты договора? Однозначно. Раз в год мы пересматриваем те или иные вопросы, потому что ситуация меняется, и личная у каждого из нас, и деловая позиция, и цели могут корректироваться. Не меняются только ценности глубинные, которые есть у человека, и принципы, которые заложены. Сильные стороны тоже меняются. Один может развиваться чуть быстрее, другой как бы нет в той или иной как бы сфере. Вклад иногда меняется, особенно если владельцы в оперативной деятельности задействованы. То есть однозначно партнерская договоренность — это то, что нужно пересматривать вот где-то с периодичностью один раз в год. И завершая, три совета, главных совета людям, которые находятся в партнерских отношениях или только планируют, три пункта, которые обязательно нужно, по крайней мере, задуматься. Ну, для тех, кто только планирует, в первую очередь я рекомендую это правильно подойти к вопросу выбора партнера, не привязываться к личности человека, а понять, кто мой идеальный партнер с точки зрения деловой позиции и почему именно эти там, качества, умения, деньги, связи, все, что нужно нам в деловом формате, почему именно это даст мне возможность, чтобы вот 1+1 не равнялось 2, а равнялось больше, а потом уже смотреть, кто есть в моем близком окружении или более дальнем, который подходит под этот критерий, а не наоборот. Это для тех, кто только начинает вот первый пункт. Второй, давайте скажем, для тех, кто уже в бизнес-деятельности находится и уже ввязался в хорошем смысле слова в бизнес с партнером, но слава богу, отношения еще пока достаточно теплые, и бизнес развивается, и все в порядке. Этим партнерам я рекомендую однозначно понять, зачем им нужно сесть, посмотреть на список вопросов и по какому-то для них понятному перечню обсудить и договориться сегодня, когда еще все хорошо, с целью, чтобы и дальше становилось еще лучше. И даже если, не дай бог, они дойдут до развода, что в принципе нормально, развода в бизнесе, я имею в виду, это нормально. Грубо говоря, сядьте и напишите бумажку. Сядьте и в первую очередь подумайте сначала, какой список вопросов вы хотите вынести, а потом уже следующий шаг обсудите и пропишите. И да. Третий? И третий, наверное, давайте для тех, кто уже расходится или планирует расходиться, не допускайте точки невозврата вот этой, когда уже искры летят. То есть очень важно все делать вовремя. Только малейшее недовольство или конфликты уже начинают зарождаться. Очень важно выводить своего партнера на откровенный разговор, не переходить на личности, обсуждать, разговаривать и не затягивать эту ситуацию, потому что каждый затянутый день, он может очень серьезно повлиять на потерю денег, времени, которые владельцы вложили, ну и, соответственно, личных отношений, если это является ценностью для владельцев. Спасибо большое за разговор. Спасибо вам. Ви дивились «Таємниці гросмейстера». Дивіться нас через тиждень, буде нова партія з новим гросмейстером.